Вот так ковшом грейдера по торговым ларькам исполнили решение служителей Фемиды судебные приставы. Торговые павильоны на площади 50 квадратных метров ликвидировали на площади Революции. Предприниматели были обязаны расторгнуть договор аренды добровольно, но, видимо, решили довести дело до крайности, чего, собственно, и добились. Шаурмичный грейдер снес буквально за несколько минут. Примечательно, что бизнесмены, помимо понесенных убытков, теперь еще и обязаны оплатить работу спецтехники.